Всем привет! У нас как бы началась уже снова зима. Даже было ночью минус. Хотя мы уже настроились, что будет по чуть-чуть солнышко. И сегодня солнечно, но холодно. Утром я гуляла с собакой. И было довольно скользко. Снежок такой. Я сегодня немножко покажу вам свои растения. У меня расцвел еще больше мой эпифилум, листовой кактус. Кто смотрит мои видео, тот знает. Спасибо всем за подписки, комментарии. Огромная вам благодарность. Смотрите, какой пушок нарос у меня на кактусе. Видите? Это цефалий. И через него цветет он. Здесь вот в середине выпускает бутон. И тогда раскрывается цветок через некоторое время. Здесь вот наверху тоже начинает расти цефалий. И вот на этом тоже маленький еще. Это такой у меня цериус. Он зимует здесь на подоконнике в зале. Потому что это теплолюбивое растение и ему надо тепло. Мои сеянцы литопсов. Вот здесь вот это все, что осталось. Особо некогда мне им уделять время, внимание уделять. Поэтому вот так вот то, что есть. На втором этаже мы находимся. Погода, конечно, солнечная. Сейчас у нас обед. Где-то около 12 часов дня. Солнышко. Надеюсь, этот снежок растает. Потому что на теплице с кактусами он сейчас лежит таким вот плотным слоем. Поднялся на второй этаж наш друг любимый. Диего, ты зачем сюда пришел? Вот он любит, когда папы нет дома, он поднимается и все сам. А когда папа дома, у него уважение к нему, он не делает этого, да? А с мамой дома можно делать все, что хочет. Посмотри на маму, какой ты у меня красивый. Мы ему не разрешаем на второй и третий этаж подниматься из-за того, что он очень длинный и могут быть проблемы у всех так с проблемой с позвоночником. Поэтому мы очень следим за этим. И даже если он поднялся повыше, мы потом его берем на руки и сносим вниз, снесем вниз. Это нельзя ему самому бегать. И вот он пришел проверку здесь устроить. Вот у меня окошко. И здесь очень много алоэ. И вот еще такой вот красивый цветок. Очень красивый. Полосатый. И неприхотливый такой цветок. Надо бы их как-то уже обрыскать немножко все. Но еще немножко подожду. Сейчас январь, как вы знаете. Вот здесь вот мое любимое деревце. Приостановило свое цветение. Алоэ растут очень хорошо. Сочные. Особенно вот это вот огромное. И дало много деток. Можно с кем-нибудь поделиться. Диего ходит по полу, стучит лапками. В ванной комнате на окошке продолжается цветение. Уже не так, конечно, интенсивно, как осенью. Но все-таки несколько цветочков еще цветут. Ну и, конечно же, герой нашего видео. Вот этот листовой кактус, который стоит у меня здесь возле окошка. Вверху на третьем этаже. Вот на таком вот дереве. С цветами. И вот он, вы видите. Вот уже этот отцвел. Потом начал второй цвести. После него я вчера прихожу вечером. А уже все, три раскрылось. Конечно, такая красота. И еще вот один бутон. Еще будет. И вот там зачатки других бутонов. Ну, так красиво, посмотрите. Вот, видите?
Здесь еще. И вот здесь. Ну что? Уже не буду дальше показывать цветы. Не пойдем в теплицу никуда. Остановимся на этой красоте. Спасибо, что вы со мной. Я желаю вам всего самого наилучшего. До свидания.